Всем привет, с вами Леон Геймеру. Сегодня будем обозревать мод Jill Underwater. Jill в костюме водолаза. Запись идет. Футуристический костюм а-ля киберпанк. Водолазки, скалолазки. Jill Valentine. И у него там светится, блестит. Как любят геймеры. Сейчас же геймеры любят, чтобы все блестело, светилось разным цветом еще желательно. Все тут для геймеров. Мод ставится через программу Fluffy. Скачал его на сайте playground.com. Ссылка будет в описании. Ссылка, где можно скачать. Вот она. Красотка. У нее даже какой-то логотип на плече. Брось его кирпичом. Раз пули не берут. Перчатки, конечно, были бы серые, было бы лучше, а тут пусть серый, черный, серые выбиваются из дизайна. Опять она на каблуках. Самая, по идее, удобная обувь, каблуки. В ней бежишь, как ветер. На самом деле это не так. В ней падаешь, как молоток. Брошенная. Кстати, если остановиться, он этой бетонной плитой убьет. Случайно забыл нажать вперед один раз из 200 забегов, и он прибил Jill плитой. Кстати, костюм похож из Dead Space, тоже с стилем. В Dead Space у главного персонажа был похожий костюм. Тоже весь светился. Ну так только не обтягивало, не блестело. Брато, 気をつけて!
Камикадзе. Гуляй, Вася. Преследует Джилл, прямо этот сталкер хрена. А назад можно? Можно и назад. Чего у него за знак такой? Шестеренки какие-то на плече, непонятно. Нет, какие-то кружочки, ромбики. Впереди она светится, какие-то огонечки. И снизу я красиво, и сверху ничего. Как пела Верка Сердючка. Вот он. Еще один сталкер, иди отсюда. Поезд уходит без тебя. Костюм хороший. Шея закрыта. Тут во всех модах проблема в шее. Там соединение идет старых текстур с новыми, то есть кожа старая или костюма. И там идет шов. Текстуры расходятся, а когда шею закрывают, не видно этого косяка. Не могут модеры научиться. Это соединение нового костюма с головой сделать без шва. Ну, путем воротников всяких получается, не видно дефектов. Скрывают его. Полосочки. Даже похоже она еще на эту из Старкрафта Керриган. Тоже костюм весь светился. Блестел. Только у Керриган были блондинка, она была и длинные волосы. Насколько я помню. На призрака из Старкрафта. Снайпера. Главного героя Керриган, которая стала королевой зергов. Да, то и
地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。顔が好きか。そうか、分かったよ。よし、行こう。おい、マジかよ。どこに行くの？ちょっと待って、今、ジーヴ。На ногах блестит что-то. あの怪物を知ってるの？ Лампочки. いや、あんなやつ初めて見た。Хаджиме, прям как на карате. Кто занимался карате, ставь лайк. Там тоже было Хаджиме. Амбрелла, биохазарда. Амбрелла? Чё-то чёрдан, дешо? Аната тачи га коно свете о хикиокошта. Ла, учицкео. Нан но кото да? Бецэ ни синжинакутэмо ни. Дага маза шелта ни. На? Побежали. На старт, внимание, марш. Кто быстрее, Карлос или Джилл? Ставлю на Джилл. Да, Джилл обогнала. Но Карлос оказался все равно быстрее. Коно леди га таске га иру соу да. Коно леди? Карлос, умай ва каножо но намай сра киите инай но ка? 彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。Ну, даже называть чувака Михаил Виктор. Наверное, бывают двойные имена.Или это перевод кривой, он какой-нибудь Михаил Викторович. Ну, японцы не знают, как отчество. Имя отчества правильно. Должно звучать. Наверное, он Михаил Викторович. Либо у него двойное имя. Бывает же там. Адам какой-нибудь. Питер Адам. У американцев бывают двойные имена. Вот ромбики. Один ромбик с точкой. Какой-то знак на плече. あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん、追っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことからだ。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。わかった。такой вот костюм.Водолазки, футуристически. Называется мод Jill Underwater. Еще раз его посмотрим. Хорошо, так тщательно. Если вам понравился мод, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, как вам мод, нажимайте на колокольчик. До новых встреч, пока-пока.